еще ни разу не выиграли, это пиздец вообще. Игра тупой. Ну это, наверное, надо скачаться. Блин, у меня тут мошки завелись. Вообще бесит. Кто? Мошки какие-то. Прикинь, такой себе сижу дома, ну где-то 3 дня назад. Вечером какие-то мошки начали летать и в мониторы бьются возле монитора, ну потому что света это самое. Я думаю, чё, откуда эти мошки взялись, блядские? Думаю, ну ладно, хуй с ними. На следующий день я с утра какая-то, ну, на работу сел, сижу такой, залазю в этот самый шкафчик, где там лук с чесноком лежит. Смотрю, а там дохуя мошек, просто пиздец. Я такой, нихуя себе, завелись в луке или в чесноке, что ли, думаю. Посмотрел в луке нету мошек. Понимаешь, нет? Смотрю в этом, в чесноке лазю, думаю, бля, шо, как они в чесноке могли завелись вообще. Мошки какие-то странные, думаю. Блять, вытрусил это самое, этих мошек, ну, лук, естественно, точнее, чеснок дед некуда, я его в пакет поплотнее, в 2 пакета положил. Думаю, ладно, потом после работы выкину. Вот. Мошек этих в окошко повыкидывал некоторых. Потом смотрю, ну потом, когда почти стало ближе к вечеру, смотрю, они, оказывается, не в чесноке в этом, а в фасоли были, прикинь. Тут они, оказывается, фасоль жрали, там вижу фасоль в дырочке, как таких, прям, прикинь. Я такой думаю, нихуя себе, вот это мошки. Что, типа, сейчас нету? Не, сейчас они, вот я большую часть их выкинул, уже не стал их убивать по всему этому. Вот, я фасоль тоже запаковал, потом фасоль выкинул. Усейн, ты заходишь или чё? Так я на месте уже в игре. Нет, только мистер Викс в игре. Да, мы с тем. Опять за хрень опять. Я тебе миллион раз уже кинул инвайт. Я даже из игры не выходил. Что за хуйня? Сейчас выйду из игры. Вот, и сейчас осталось немножко мошек, и они тут это самое лазят. Они такие еще, знаешь, не просто такая мошка, они с этими, с плотными этим панцирем, такие маленькие, плотненькие, такие лазят. Вот, я их это самое ловлю и в окошко выкидываю с голой жопой на мороз. Пускай там летают. Выкинь. Ну а потому что убивать не хочу, сейчас все стены будут в этих мошках. Какие-то такие трупики. Только аккуратно собираем, выкидываем. Ну и сейчас уже нет. Приз домаш, это с мошками разберись. Так я ей сказал, это ее фасоль, кстати, была. В ее фасоли завелись. В твоей фасоли эти мошки завелись. Сначала говорю, в чесноке в твоем. Она такая, нет, типа. Говорит, мамка говорит, что в чесноке не могут завестись. Я такой, ну блин. Вот лазит, в основном в чесноке, я хуй знает, почему там лазит. Ну, Сэнь, ты зашел, не? Сейчас, подождите, загрузка, загрузка. Что за бага какая-то непонятная? Вот я в игре. Так, попытка номер 2. Вот Хуся, пригласить. Отправлено. Ждем. Вот, принять. Ну, ждем. Все, подождите, все пошло, все дело. Ну, а до этого не было. Ну, до этого даже уведомление ко мне не приходило. Вот, Хуся зашел, заебись. Ну все, погнали. Рано. Кринжатина, конечно, Хуся, все, ну ладно. Да ты уже второй день нахуй. Да-да-да. Выжившим нужно тщательно смотреть, че. Так, ну я мужика опять возьму этого. Не, он неплохо так зашел. Это брутальных чуваков брать, а не всяких там... Гламурных кентов. Басков, я буду называть его Басковым. Он на Баскова похож. Я вообще не помню, что это за мужик, чувак, если честно. Будет Басковым. Это Басков такой, гламурный. Гламурный Басков. Сейчас поет вам. Главное, чтобы тут есть такие черти самые противные. Куколды, которые, да? Куколды. Вот они взрываются, чувак. Это вообще мы там просто моментально всрали. Бля, это опасно. Там надо пробел нажать, и ты быстренько. Ой, заебись. Не уследить за всеми. Ой, чувак, мы в прошлом, да? Мы в прошлом. Да, в прошлом. Ожидание. Заебись. Нихуя себе, чувак, что здесь есть. Тут мельница из игры. Ой, из фильма. Охуеть, я в мельницу побежал.
А я тут вот так. Всегда мечтал здесь потусить. О, меч нашел. Map will reveal the location of the lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger. Тут какая-то есть мачете. Но я с мечом. Оп! Есть молот. Может молот? Ой, не молот точно. Так, есть тачка. Старый добрый рынок, пацаны. У меня таких рынков он полный. А куда мы едем? На точку, в замок. Кто со мной внедется? Не знаю, не я. Если ты баба, то я. Баба, да. Женская. Ты же все расчистил, да? Место. Ну, в принципе, как любая баба, короче. Обчистила мужиков. Шлюха проститутка. Пятники глянь. О, арбалет. Хату зачистила. Тупо мельница. Мельницы там, блядь, остались. Ты поставил значок, куда она бьёт? Да. Бля, 200 метров. Есть машина? С неба будет падать. Ты, кстати, тут не проверил за мельницей. До хера что есть. Ну вот, допустим, вот такая вещь. Я ядерколу нашел. Я тоже. Фолыча переиграли. Ладно, го туда потихонечку, блять, к замку. Надо, кстати, пола вот поиграть еще, вот. Понадобится в будущем, да, вот. Я с такими навыками, ну, в первом день умрем. А где тачки? Че тачки не респавнятся? Не знаю, я на тачке ехал и в замке нашел часть карты уже. А, ты уже нашел. Сейчас почищу. А тут нет огнестрела, что ли, в замке? Есть. Точнее, в этом. Чуть не нашел, что не было. А, не, ну я нашел какой-то арбалет. Ну, это какая-то хуйня. Стены замка, чувак. Чё? Зам. Почти стены замка. Ну где-то на стене, кстати. Угу. О, нашел огнестрел. Все, арбалет нахуй иди. Быть такие это склад оружия выбирай не хочу. Ну когда оно не берется. Ну, кстати, тупо, что в прошлом на нас лезут вот, чуваки, блядь, современные, в современной одежде. Какого нашел? Потому что в прошлом должно, как бы, блядь, логично, чтобы у нас чуваки нападали. Ну да. А чё, типа, откуда здесь хипстеры-зомби, блядь? Какой век на дворе, ебать? Ну да, кстати, на самом деле... Если бы из допотопные чуваки нападали. Ну так тут допотопные чуваки, ну. Они нападают. Блять, в будущем почему-то. Не, просто сделали бы реально, чтобы все на старой карте, только допотопные чуваки. Это заморачиваться надо, блять. Стены замка. Я на стене замка, но что-то ничего пока не нашел. Вот а, вижу, блять, это было. Внизу 24 метра, надо вниз как-то спуститься. Где-то под стеной. И здесь что, ко мне можете бежать, я только возле меня вижу. По карте, где я бегаю. А, все, я нашел. Я нашел. Блять. А расширяться. Так. Еще где-то кусок карты. Где это? Собейте части карты. Ой, я тачку нашел. За разное озеро. Я бегу к вам. Прикольно такая едет. Прозрачная тень катается, сидит. Если за стеной смотреть.
Юха, проститутка. Блин, а где тут выход-то? Надо назад давать. Поехали. А где? А, ну пусть просто выехать и назад. Так, направо сейчас. Это сюда. Ну, почти тут близко. Где-то тут. Ой, я уже нашел. Я тоже вижу. Я тогда не буду выходить из тачки. Погнали сразу на... Да. Может, демон будет ложком. Да. The lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger. Вот так его, да. Давай, быстрее сел садись. Да я сел. Там еще чел не сел. А он бежит где? А вот. Да вот он. Ну че он? Он в него демон вселился. Включился. Пошел он нахуй, погнали. Так, как-то надо. Мы на ножик едем, да? Да, давай на ножик, он ближе. Ножик 200 метров по пиру. Тут такой, заебись, ну. По этим скалам. Ебать, что эта машина резнулась, вы видели? Ага. Перед ебалом. Аж тачку поменяем или где-то едем? Ты должен доехать на этой. На этом корыте. Атас. Бля, вон тачки ставится. Давайте активирую. Collection of the Kandarian dagger has begun. Пошла жара. A grave threat to the evil dead. Prepared to do battle. Я втроем быстренько его наполню. Может даже пройдем катку. Не, я б не рассчитывал на это. Хотя я до Некрономика надо доходил, чувак. Кипстер поганый, умрите. Головы так и летят, с мечами такие. Просто тут нету этого. Вражеский, ну, друг друга пить. Бренди Файера? Да. Забыл слово. Блять, что ты тут? А, пошел нахуй! Ебать, его подсадили. Кто не в зону заходит, просто красный. До этого где-то на штабе, я сюда зашли. Все в крови. Мужик смачный. Долго держится. Да я не могу, что ты добавить пристал. Тоже к вам получили, кстати. Почти. Немножко осталось. Да. Какой-то ствол. Поменяй свой на этот. Погнали. Поехали дальше на этот самый. КП вообще мало. Да, на папирус. На папирус. Тут мустанг был более резвее. Мустанг. Прикиньте, не в реале бы так было. Хочешь новую тачку? Хуяк на голову упал.
было тут, блядь. Еба, ты на кладбище приехал, чувак. Тут надо заклинание читать. Там как Лату Верату Никта. И как-то так. Поехали. Не, будете поднимать, если че. Я специально не херняюсь пока. Все, поднимайте. Вот я специально, блядь. Я не хочу. Еба, наверное, зря, это надо было полечиться. Вот сейчас я подниму. Все, поднял. Давай. Спасибо. Оля, машина дикая стала, пацаны. Вы это видели? Бля, я машину сдавила нахуй. Меня тоже. Я поднимаю. В машину что-то вселилось, и она поехала сама, прикинь. Она красным стала. Ну как в фильме. Бля, я думал со мной... Мои друзья, тут мертвы рядом. Что-то там такое... Бывает. Бля, у меня тут кровища, весь экран заляпал. О, меня положили. А, меня сейчас тоже положили. Так, вдвое лежим. Ага. Я тебе не дадут и поднять, это самое главное. Это не Михаил. Видишь, что это? Да, не получится. Меня тупо убьют. Вон твоя душа полетела. Блять, все, я тебя положу. Ебать. А так хорошо. Ты лохи, получается. Шли неплохо. Убита обычных бойцов элитных. Там чувак еще отключился просто. Ну да, но нам бы четвертый не помешал бы. Ты нас раскладил вообще, да. Ну так неплохо. Ну мы же что-то научились. Ну да, быстро все это сделали, быстро дошли. Сразу next стартует. Давай. Давай. We'll be right back.